Даня, приезжайте еще к нам. Мои хорошие, я уехала в город по делам на 2 дня. Оставляю вам денежку на питание. Надеюсь, вы будете вести себя хорошо. Не скучайте. Целую вас и люблю, Джессика. Игорь, что ты так кричишь? Что случилось? Тебе что, опять Грэнни приснилось? Нет, не Грэнни приснилось. Тут новости еще лучше. Нате, прочтите. Что там? Читай, ну, быстрее, интересно же. Читаю. Мои хорошие, я уехала в город по делам на 2 дня. Оставляю вам денежку на питание. Надеюсь, вы будете вести себя хорошо. Не скучайте. Целую вас и люблю, Джессика. Вот, Джессика написала, давайте поищем. Вот они. Сколько там? Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5. Получается целых 1000! А сколько стоит такой купальничек? 150. А таких 2 только запакованных есть? Конечно. А можете, пожалуйста, надуть? И мы посмотрим. Вы возьмите. Давайте. Если про май, мы говорим. А можно, пожалуйста, достать? Скажи, какой ты мяч? Вот так. Ух ты, прикольно. Ух ты, красивый. Это ты мяч берешь, да? Да, вот такой мне нравится. Вот это, да? Ух ты, прикольно. Ну а что? Она сейчас будет круги надавать. Thank you.
большое. Спасибо. Классно, да. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Даша, давай. Надеюсь, меня помогает. Я чай. Я тоже буду мороженым. Спасибо, спасибо большое. Девочки, привет! Игорек, ты чего туда залез? Там же для маленьких, всего лишь для 3-летних детей. Слазь оттуда! Ну что, девчонки, нагулялись? Вам понравилось? Да! Подарки классные купили? Да! Наконец-то мы провели день без Джессики! Без книжек! Да! Ну что, ребят, завтра повторим? Да! Ну, девчонки, смотрите, Джессика уехала, а кто меня кормить будет? Ну, мы сейчас пойдем к холодильнику и посмотрим, что там вкусненького, и приготовим тебе. Угу. Соня, я же забыла, у нас же в холодильнике еды нету. А у нас еще остались деньги на продукты? Не знаю, пошли у Игоря спросим. Ну, девчонки, что у нас на ужин? Игорь, а у нас еще остались деньги хоть какие-то? Или мы все сегодня за один день потратили? Ну, я купил себе мяч.
Вы купили себе два круга, потом мы захотели поиграть в дартс, мороженка покушать. И потом вы еще захотели на горках покататься. Давайте посмотрим, может что-нибудь осталось. Походу ничего не осталось. А как же нам еще завтра целый день прожить? Нам же Джессика оставила деньги на продукты на целых два дня. А мы все потратили. Ну вы, девчонки, молодцы. Хотя бы сказали, что холодильник пустой. Я бы немного денег оставил на продукты. А так теперь я не знаю, что нам завтра весь день кушать. Вот это еда! Всю жизнь мечтал покушать невидимые пельмешки. Угу, потратили все деньги. Теперь воздух едим. Вкуснотища! Не пельмешки, а кайф. Ага, Дашунь, согласен. Только сметанки не хватает. Скорее бы Джессика приехала. Дашенька, Игорёчек, Сонечка, я приехала. Где вы, мои хорошие? Да, правда! А ты нам что-нибудь вкусненькое привезла?